Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым випуску. Кадрове питання. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко узгоднив назначення на посади старшиня в 4 райвиконкамов Гомельської області. Новый вектор супрацовництва. Сегодня Гомель наведала делегация Херсонской области Украины. Уважливо выслухать и допомогчи Юрий Шулейко провел прием громадян у Калинковичах. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко сьогодні розглядів кадрове питання. У приватності керівник держави дав згоду на назначення 4 старшинів райвиконкамов Гомельської області. Буде Кашальовський район означаліть Андрей Горбачов, Лоєвський – Вероніка Байкова. Так само нові керівники з'явилися у Октябрським і Світлогорським районах. Гэтыя посади зоймуть Віктор Палуянов і Дмитрий Олейніков відповідно. При назначенні старшинів райвиконкамов Олександр Лукашенко відзначив, що планує приїхати у гэтыя районы з рабочей поездкой. Активізаваць эканамічныя сувязі з Херсонскай вобласцю на вадзе, зямлі і паветры. Такая задача была поставлена сёння падчас візіту делегацыі з гэтага украінскага рэгіёна ў Гомель. Двухдзённая праграма распачалася вельмі насычна. Толькі за першы дзень яе ўдзельнікі пабывалі на 8 прамысловых, спартыўных і культурных аб'ектах Гомеля. Тэму працягне Марына Джалая. Отправной кропкой у наведывания областного центра стала сустрэша в свободной экономичной зоне Гомель-Аратон. Тут прошла презентация махшимости ОСЭС и технопарку. Керавництво Херсонской области затекавилось податковыми льготами и мытными преференциями, которые предоставляются резидентам. В Украине худко так само повинны з'явиться аналогичные индустриальные зоны, тому наш опыт будет корыстным. До речи, с 80 предприемств ОСЭС 7 с украинским капиталом. Наиболее успешно развивающийся это завод сварочных электродов, который в Светлогорске расположен. В позапрошлом году мы зарегистрировали предприятие «Гидросила Белар», тоже украинский капитал. То есть мы заинтересованы, конечно, в сотрудничестве, чтобы больше и больше инвестиций приходило с Украины в Гомельскую область. Что тычется технопарку, то подчас перамоў было выказано ожидание керавництва Херсонской области зарегистрировать тут своего резидента у сферы IT-технологии. Наступным пунктом у насыщенной программе стал аэропорт, где керовники у Гомельской и Херсонской областей обмерковали махчимость наладить регулярные рейсы помеж двумя городами. Головное тут цена пытания. Треба проанализовать затратность поветренных перевозок и окупность перелетов. И, зразумела, кошт билетов для пассажиров. Например, зараз до Херсона на технику можно доехать у плацкарте прикладно за 90 рублей, у купе за 140. Зразумела, перелет станет больше дорогим, але экономить час. Долететь можно будет за 1,5 часа за место 18 при подороже техником. Надеемся на то, что этот южный регион нашей соседки Украины будет развиваться активнее, в том числе и с помощью белорусов. Потому что пока, если так вот анализировать ситуацию с туризмом оздоровительным, пока у нас в приоритете одесское направление, но Херсон славен тоже своими курортами. Поэтому путем переговоров установление, может быть, льготных со стороны администрации условий деятельности и наших перевозчиков, и это мы сможем показать и на гомельчанам, да, и, может, всей стране, что есть и другие курорты. Еще одна встреча отбылась на Гомсельмаше, где были огучены ближайшие планы по открытию совместной вытворчести сельхозтехники на территории Херсонской области. Мы предлагаем сотрудничество Гомсельмашу в том, чтобы нашу дилерскую сеть, которая есть у нас по Украине, это более 20 площадок и сервисных центров, это тот опыт, который у нас есть, традиции, и тот спрос, который у нас есть в Украине на зерноуборочную технику, на другую виду техники. Мы это объединили. И у нас есть сегодня свои государственные программы поддержки машиностроения. Соответственно, нам нужна локализация не меньше 35% в конечном продукте. Гомсельмаш тоже готов рассматривать такую поставку, скажем так, машинокомплектов. Соответственно, объединив эти усилия, мы запустим у нас в области сборку гомсельмашевской техники. Мы ведем переговоры с Гомсельмашем по поводу совместного производства или сборки комбайнов, представления их на рынке Украины, начиная с 2010 года. За этот период нами были разработаны новые модели комбайнов, и в каждой из этих моделей мы основывались практически
на локализации, ну, определяли локализацию с гомельской техникой, с гомельскими комбайнами. Поэтому наши комбайны практически это как братья гомельским машинам. Поэтому организовать локализацию в Украине нам будет достаточно несложно. Украина – стратегичный партнер Гомельской области по широку накірунку. У внешнегандлевом товарообороте на ее долю припадает около 20%. Зрозуміло, дальнейшее умацывание экономичных сувязей выгодно обоим бокам. Завтра делегация с Херсонской области отправится у Мазырский район, где наведает нафтоперепрацовчий завод и другие промысловые и сельскохозяйственные объекты, а так само рачный порт. Марина Джала, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». На Гомельщині протягуються виїзні прийоми громадян. Сьогодні у Калинковичах з жихарами району зустрівся помічник президента, інспектор по Гомельській області Юрій Шулейко. Які проблеми хвилюють калинковичан, ведає Олег Сінцюров. Двери Калинковицкого райвыконкома не зачинены ни для кого. Некто звертается сюда со своими проблемами письмово, некто телефонует на прямые и горячие линии. В установленный законом термин станочек вырушается около 30% зворотов. Некоторые проблемы на кшталт проведения капитальных ремонтов потребуют больше значного часу. У шмат таких выпадках справа обмеживается звучайной размовой. Разом с тем есть ситуации, когда станочек вырушить питание на користь того, кто звернулся, просто немогчимо. В первую чергу это тычется просьбу об перегляді судових рішень. На прийомі у помічника президента жанчина, яка вже некілька годів не погоджається з рішеннями судів різних інстанцій об самовольному захопі землі. Посилки на те, що ні один чиновник не може це рішення відмінити, розуміння не знаходить. Крыху позднее Юрий Шулейко погодится с думкой об тем, что разгляд звороту об отмене чиновниками судовых решений махчима увогуле треба спынить. Не в практике даже по законодательству вмешиваться в данную деятельность по решению, а особенно когда это обжаловано в высших инстанциях. Поэтому есть вопрос, который сегодня наверняка надо обсуждать и трактовать гражданам, что сегодня, приходя на прием, вопросы должны формироваться по существу. Тематика звороту самая розная – от ремонта жилья и кошту его приватизации до организации дорожного руху. Дать одразу однозначный отказ можно не завсёды. Додаткового получения потребует просьба об открытии руху машин по частой улице Чкалова у Калинковичах. В отрознении от человека, який эту просьбу выказал, мясцовые жихары супрать, кажуть, что улица узкая и еще добро памятуют час, когда автомобили створали тут реальную небезпеку. Как выправить ситуацию, тогда приклали шмат намаганию. Заборы валялись постоянно, ремонтировали постоянно. Это вообще... Заезжали в огороды к нам. Ну, тогда же меньше движения было. Тогда колхиды не ходили, самосвалы не ходили. А теперь же у людей и машин много. А вот рух по еще одной дороге организованы будет. Члены нескольких садоводнических товариств за уластные сроки побудовали дорогу для протягу автобусного маршрута. К нам идут скорая помощь. У нас мусор вывозят. У нас это самое... Автолавка приходит, и вот эту дорогу 900 метров мы своими силами делаем ямочный ремонт. Мы сделали и кольцо, мы сделали остановку, все мы сделали. Автобус пригоняли несколько раз, проходил, водители дали заключение, автобус может ходить. Разом с тем, такая инициатива по неких причинах не сподобалась былому керавництву одного садоводнинских кооперативов. Поколь местовые улады вывучали ситуацию, дачный сезон практически завершился. Помощник президента ставить у этой справе кропку. Мы переговорим с районной властью, автобус будет ходить. Я вам практически спасибо. Заверяю. О, спасибо. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Скалинковичев. Господарки Гомельской области ведут сяубу озимых на зерне. Эти работы выполнены прикладно на 10-й части полев. Сярод лидеров по темпах сяубы – Мазырский район. На палетках экспериментальной базы «Крыничная» побывала здымочная бригада телеканала «Мазыр». Осенская посевная кампания на Мазыршине у самом разгаре. Озимую сяубу на зерне у районе необходимо провести на площади амаль у 16 тысяч гектаров. У соседнем Наравлянским еще на 8 тысячах. До работ приступили у всех господарках. У лику лидеров Зара, Слободское имени Ленина и экспериментальная база Криничная. Уже закончен в оптимальные сроки сева озимого рапса на площади 460 гектар. А площадь озимого сева занимает в этом году площадя увеличены 3390 гектар. На данный момент работает два посевных агрегата, вот, как вы видели. И мы думаем, что
Также в оптимально сжатые сроки завершить сева озимых. Некольки апошних годов аграрии повеличивали озимый клин на зерне. Робилось это за засухи и минимальной колькости дождев. Сегодня у регионе вызначены оптимальный объем сяубы. Умовы надворья позволяют працевать у добром темпе. Немаловажную роль под час осеньской посевной играют и слаженные деяния коллективов, от агрономов до механизаторов. Слаженность коллектива, я так скажу. То есть вовремя подготовка почвы, вовремя загрузка, погрузка и сев. Когда дожди, да сложнее, конечно, работать. Но с одной стороны, с другой стороны, пыли нету и прохладнее. А так мы уже привыкли к любым условиям. Работаем и в дожди, и в солнце. Умовы сприяльные радуются аграрии. Посевы поспеют помацнеть и лепш перенесут зимовку. Объем работ по пшенице выкананы уже наполову. После в господарках приступят до сяубы озимого третикали. Завершить гэты этап посевной плануют до конца вересня. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. Телеканал «Мазыр» спеціально для телерадиокомпании «Гомель». У Гомельской области завершены подрыхтовчий этап до проведения вакцинации супраць грипу. Сёлета запланировано охопить профилактичными пришепками не меньше за 40% населения Беларуси. Больше як 32% жихаров Гомельской области вакцинуют бесплатно. Для этого будет использоваться вакцина «Грипол плюс» российской вытворчасти. Вакцины зараз поступают в поликлиники. Як свечить практика минулых кампаний, профилактичные пришепки супраць грипу добро переносятся як детьми, так и дорослыми. Иммунитет формируется праз 1-2 тыдні. Дзеянне захоўваецца до года. Сегодня у ГДУ имя Франциска Скарыны прошел семинар для будущих специалистов IT-сферы, сучасные методы проектования и распрацовки программного обеспечения. Его провели ведущие супрацовники компании IBA. Особливостью тем, что на протягу усяго мероприемства яны размовляли за аудиторией на английской мове. IT-индустрия в нашей стране развивается вельми худкими темпами. Распрацовка высокоэффективного программного обеспечения для ведущих компаний свету белорусским специалистам по силах. Яны складают достойную конкуренцию своим замежным коллегам. Сярод сапраўдных профессионалов галіны шмат выпускников Гомельского университета. С мэтай удосканальвання падрыхтоўкі студентов наладжана супрацоўніцтва с таким гигантом IT-индустрии, как IBA. И размова не только о программовании. Каб быть запатрабаванными у профессии, необходимо амаль досканалое ведание английской мовы. И тому подобные семинары плануется проводить на постоянной основе. Для нашей компании это очень важное мероприятие, потому что большинство специалистов, работающих в IBA Гомель, это выпускники ГГУ имени Скорины. Сегодня без английского языка специалисту в информационных технологиях достаточно сложно найти интересную нишу для своего развития и интеллектуального, профессионального и материального. И поэтому мы думаем, что это будет взаимовыгодное сотрудничество в области английского языка. Як протяг супрацовництва створения на базе компании IBA Гомель филиал кафедры англійскай мовы. У яе состав будуць уваходзіць як выкладчыкі ГДУ, так і спецыялісты прадпрыемства. Мы будзем взаимодействовать, общаться. Представители компании будут организовывать англоязычные семинары, проводить предварительное тестирование студентов. Ну и также студенты будут иметь возможность непосредственно прийти на предприятие и увидеть воочию, каким образом используется язык в данной сфере деятельности. Завтра в Беларуси будет означаться День библиотек. Супрацовники установ завершают апошнее приготовление, каб уразить наведвальников традиционной библияночи. Магия або наука. Библиянож у стиле Хогвартс распачнется у Центральной городской библиотеки имя Герцена у 18:30. Наведвальников чакают баль у гонор 875-годия Гомеля, тайный покой и незабывные здымки у фотосалоне. На 3,5 годины читачи погрузятся у свет экспериментов, пригод и чараўніцтва, разгадаюць масу загадок и ребусов. Самые разумные поспрашаются у интеллектуальным поядынку битвы факультетов. Тем часом областная библиотека имя Ленина о 20-й године пропонует своим наведвальникам погрузиться у вераснёвые светлые мары. Такую назву выбрали для свята сёлета. Головная особа юбилейного года Франциск Скарына с допомогой книг и экспонатов выставы национальных головных уборов запросить читачоў у займальное интерактивное подорожжа. Актеры-библиотекары покажут свой новый спектакль «Чорная пананя свежа». Юнаки и девчата, якія прыйдуць на свято, примут удел у театрализованном обраде «Веселье» на фольклорной пляцовце. На литературной пляцовце маленькие читачи пачуюць белорусские казки у авторским выкананнем.
Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць Сяргей Нігэрэвіч.